Минус еще один солнечный день, прожитый в Таиланде у моря. Вот. Все замечательно, все хорошо. Довольные лица. Ну, во всяком случае, те, которые приходят ко мне на тренировки. Тот круг людей, вот это общение, оно меня радует, заряжает. Прилив такой позитива и счастья. Немного надо. Надо только радоваться тому, что есть. И стремиться к большему. Строить планы, развиваться. И не суетиться. Всем приятного вечера. Еду. И думаю, где мне сегодня поесть. Вот. Где-нибудь вкусненько. Может быть, в гости, может быть, все-таки в ресторан. И спокойненько домой. Коля звал на шашлыки. Что-то молчит, трубку не берет. Так что, все-таки, наверное, в какой-нибудь кафе, ресторан и что-нибудь вкусненького. В кафе у моря. Хотя они тут все у моря. Ладненько. Всем приятного вечера еще раз. И до завтра.